Доброго времени суток, хвостатым, а не только. Это очередной видеоролик по Расту, и надеюсь, что он тебе понравится. С тебя обязательно лайк и подписка, если ты еще не оформил. Конечно же, еще нажми на колокольчик, чтобы он уведомлял тебя о выходе новых видеороликов на канале. Перед началом видеоролика, конечно, хочу опять рассказать о том, что в группе ВКонтакте проходит розыгрыш на получение топового скина от топовой маски в Rust. Перед вами на экране скрин этой маски из группы ВК. Все ссылки есть в описании на группу ВК. Задание для конкурса абсолютно несложное. Быть подписанным на канал, на группу, репостнуть данный пост и написать один любой комментарий. Итоги розыгрыша пройдут 17 мая. Не забываем, что играю я на серверах проекта Восток Rust, которые включают в себя модифицированные и классические проекты. Все ссылки и коннекты в описании. Не смей больше задерживать. Поехали. Вот я, собственно, возродился, и теперь надо найти ткани на лук. Лук-стрелы есть. Теперь немного полутать дорогу. Желательно найти коптер. Кстати, возможно, я его уже вижу. Или это что? Нет, показалось. Цель — найти коптер. Лететь к месту строительства дома. Обосновать небольшой домик. И начинать потихоньку лутаться. А вот и то, что я так долго искал. Даже целых два. Блин, шикарно. Надо будет оба засейвить. Нравится вот это место для постройки дома. Пожалуй, здесь сейчас и начну его строительство. Ну так, небольшая основа готова. В принципе, приятно. Даже я бы сказал, очень. А, коптер над нами! Сейчас будут к тебе саживаться. Запрись там и забаррикадируйся. К тебе оба пошли. Пойдут. По мне сейчас смоляют. Они на крыше прямо сейчас сидят. Топляк забираю. Забирай, забирай, забирай. Пошли. Вот, первый. Он не дал тычку, больно. Он не дал вторую тычку и на хиле. Неприятно. Дал тычку. Хорошо. Дал, упал. Отлично. Где-то второй бегал. О, слушай, неплохо. А, второй, аккуратней. Ага, вот он. Бежит ко мне с пайпом. Обменялись с ним маленькими тычками. О! Я на хиле, я не активен. Все, все, все. Ну, слушай, неплохо, шприцами только чуть-чуть поделись. Лутаем его. Так, а можно мне деревяшку для ног? Просто идеально. Согласись? Вижу. Так, сейчас сяду. С арбалетом. Ай, по мне попали. Два раза, причем больно. Я хиляюсь. Ты что? Ой, Вань. Че, нам херово? Я ему тоже дал. Убил. Хорош, где сзади? Я не вижу. Понял. Но он уже все. Хорошо, все, убили. Вот так вот это делается в матушке России. Бля, слушай, нам это надо идти сейвить, тут опять много лута.
тело спереди. В кустах. Если это, конечно... Да, это тело помеш шмаляет. Метку не могу уже поставить. О, голову на 47 посадил, ему больно. Пушим. Дал тычку ему на 33. Но он уже все, он не жилец, наверное. Все, да. Медведь, это медведь! И чё? Он же тебя убивал. Сегодня-то? Нет, меня медведь убивал, не медведь. Медведь? Да. Ё-моё, я думал, кара уже, все. Ревик нашел. А, вижу. Все, врываемся с ноги. Ворвался, блин. Серьезно, а как это? А меня не пускает, да? Нормально тебе? Во, в присядку пустил. Ладно, я еще 6 труп нашел. Бу. Слушай, там Мишка. Убьем Мишку. Он там, по-моему, ходит. Слушай, у нас уже есть все для фермы, в принципе. Брезент только надо побольше найти. Блин, скоростные стрелы. Привык с обычными. Лёха. This is problem. Большой и толстый. Не, хорош. Да косолапый, да отстань. Да ну не надо. Глушитель. В этом вайпе я поставил себе целью построить собственную ферму. В Rust, как вы знаете, ввели фермерство 2.0, и как минимум я хотел опробовать эту систему. Кроме того, я хотел насладиться атмосферой и выращивать свои овощи, хотел бы сказать фрукты, но, к сожалению, фруктов в Rust пока что нет. Кукуруза. Конопля. Блин, а мне нравится. Это прикольно. Попробую поставить вот такую лампу. Нет, такой свет они не учитывают. Но думаю, если сверху на них будет биться лампы, то будут учитываться. Мне жалко, настил не изучен. Был бы изучен настил, я бы настилом все застелил. Но настила, к сожалению, нет. После того, как я отстроил ферму, я побежал фармить скраб, компоненты, ну и некоторые ресурсы. Конечно же, не обошлось без того, чтобы я на кого-то наткнулся. С пешкой столкнулся. Больно. Ко мне не прилетит сейчас никак. Он full armor. Хорошо, что мы уже фигней страдать. Давайте нормально бегать. Но еще какое-то тело бежит. Ля, ну давай, ну закончись, патроны у тебя же должны. Одну тычку, да ладно. Я вот решил от меня уходить, серьезно? А, мне тычку, да, я лягу. А! Серьезно, да. Да, я пригорел, ибо я побежал один, а мои тиммейты были далеко. Я попытался дать отпор этому пешечнику, но, блин, что-то с револьвера сегодня не залетало. В итоге потом мы его все-таки слили. А потом наступила ночь. Голову, хит! Два хита! Они очень ловые. Он ловый, 4 хп. Пуш. Да. Убил хазматчика. Мне плохо. Два хазмата, пешка. Я на хиле.
Вот и подошел к концу этот видеоролик. Точнее, первая часть выживания на модде. Скоро выйдет вторая, она уже находится в монтаже, а пока тебе советую поставить лайк и подписаться, если ты еще этого не сделал. Ну а на этом все, с тобой был Лисов, и увидимся в следующем видеоролике.